Всем привет, ребята. У нас уже 1 января. Все повставали. Мы вот с папой похмеляемся. Сейчас будем похмеляться, потому что плоховато с утра, да? Очень плохо. По мне не так видно. Я ж молодой, а папе уже видно, что папе плоховато, да, пап? Я очень плохо, очень. Возьмите. Ну, Новый год прошел на ура, у нас было весело, я ничего не снимал, чтобы расслабиться и чтобы никого не смущать. Была домашняя такая приятная обстановочка. В общем, все, ребята, круто. Давай сейчас пойдем. Сейчас мы вот будем похмеляться. Наливай, выпивай. Оп! Да. Как у вас, ребята, прошел Новый год? Пишите в комментарии. Мне будет интересно, я почитаю. С Новым годом всех 2017. Ну я уже поздравлял, еще раз поздравляю. Все, мы уже подпили. Семьей сидим. Мама коктейли, я маме я делаю надеюсь, коктейль. Ты потом вырежешь. Мешаю, не вырежу. Сидим с семьей, отдыхаем. Вообще классно. Мам, все слышно. Я не хочу. Все во влог мы не хотят, папа хочет, да? Вдруг кто-то знакомый, да. Посмотрит. Ну, папе все равно, что он Ребят, лохматый, а мне это не все равно. Я вас всех люблю, очень здорово. Вы только... Ставьте лайк, Витальке. Лайки, вот, Витальке ставьте. Вот так. Руслан, вот такие пальцы. Именно такие, да? Вот так вот сидим, все классно и весело. Больше меня не снимать. Мама просит ее больше не снимать. А ну, да. Я, кроме того, пограничник. К чему? Граница на замке постоянно. Ребят, и кто меня помнит с границы, всем привет. Да, все. Все, ребят, кто с границы, все помнят. А вы не снимаешь это видео. А мы продолжаем сидеть. И еще продолжаем еще отмечать Новый год. Еще не вставали. Вы покажете еще сегодня пердёж? Я задрал, просто выходит за стол и снимает, как люди отдыхают. Я идиот. Мама. Пап, что расскажешь? Без слов. Без слов? Без слов. Слов нет. Слов уже нет. Лицами, Виталий. Да, кстати, давай поменяемся со мной. Ой, не, да, я сейчас с папами поменяйтесь. Я делал то, что... Мы с вами поменяемся. Не. Поменяйте. Сидим, все классно. Не приставай, я тебя в лох ставлю. Сидим, все классно, смотрим Гринча. Кто смотрел фильм Гринч? Рита, ты смотрела? Конечно. Рита пьет водку. Вот ее рюмочка. Неправда, он врет. Всем привет. Нельзя так делать. Что именно? За вас. Не сюда. Здрасте. Я прицелился полчаса. Таники, вот и вся знаю звончики. Это мой последний день. Значит, таники, я скажу на что можно всем собраться, покушать, выпить, пошутить, оторваться. Вот это Коля Есура. Здравствуйте. Сегодня уже у нас новый день. Вот Сережа. Вы его, он был в одном влоге, вы его еще не запомнили. Точно, Серега. Расскажите вкратце о себе. 3 секунды. Все. Все. В общем, ребята, я думал, что Новый год все закончился, а нет, он только начался. Сегодня 2 января. Мы вот приехали на квартиру, сняли квартиру в Артемовске. Затарились тут конкретно. Айс! Сергей, помогите, пожалуйста, мне взять его и донести один раз. Куда? Донести на диван показать. Я просто. А вы ванну писали? Затарились айсом. Там еще много всего. Серега, давай покажем моим подписчикам, чем мы там затарились. Чем? Поможешь мне, пожалуйста, сделать? Что, все доставать? Да, показать, чем мы затарились. А, ну, покажем. Я могу котлетки показать. Давай. В общем. Это бабадик. Котлеточки вот есть у нас. В общем, ребят, гаражик, ну гараж.
Давай как-то сделаем вот так, чтобы оно было быстрее. Ну, вы понимаете, без мивины у нас не обходится нигде. Готовить падлу. А, ну да, шейк. В общем, ребят, у нас чисто слабоалкоголки. Прёмся по слабоалкоголкам. В этом пакете ничего нового не увидите. Все. Ничего нового не увидите. Все то же самое. Типа. Жвачку нет? Жвачку? Увидите одну. Жвачку. А я пошел кушать котлетки. В общем, вот так вот. Гуляем. Гуляем, летаем, отдыхаем. Пацаны, я тут музычки не ванят где? На айфоне. Айфоне? Давай на айфоне включи. Нихера. Подвалили вот еще пацанчики, которые самые больше любят сниматься во влогах моих. Он ждал, когда я включу камеру, просто ждал и просил. Бля, Виталий, включи камеру и сними меня, пожалуйста. Это я настолько жесткий чувак именно, что я пью с такого вот бокала. Схавали, блин. Видите, они сидят, смотрят, офигевшие. Мы туда срали. За вас. Мы сейчас будем играть, ребят, в одну игру. Антон сейчас поможет объяснить. Где еще стаканы? Стоп, 10. Так а вот. Ребят, ну я не знаю, кто такой именно патимейкер, любит погулять, понимает, что сейчас будет. Да ничего. Разливается сейчас алкоголь по вот этим стаканам. Ну без одного, пизда, два стакана не хватило. Поразливаем по стаканам алкоголь и кидаем вот таким вот шариком. Они нашли такой вот такой новогодний. Кто куда попадает, кто куда попадает, тот то и пьет. Антон, Антон, и дополнение, скажи, что я не так сказал. Ну, я сказал, ну, примерно, как называется? Игра. Бирпонг называется. Бирпонг. 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 Не снимай. Все, в общем, по половинке наливаем, половинка. Да, это любимое слово. А, короче, давайте пофиг, я кидаю. Типа очень близко. Дис, я с тобой. Я кидаю. Давай, только я на смотри, я, ну, куда я попадаю, пьешь ты, да? Ну, ты со мной в команде или нет? Да. И ты сейчас пьешь то, что нет, я... Нет, мы играем вдвоем, мы играем против них. Ну все, сейчас либо ты туда, что будет... Иди туда, чепуха. Что будет, если я попаду? Кто из вас первый бросает? Давай я попробую. То он пьет, если попадешь. Да, если я же попадаю, Денис пьет. За ковра кидаем. Вот, линия. Как раз стол вроде ровно стоит чисто. Куда угодно кину, и он пьет. Вот сюда. Ну, если ты попадешь в любой из стаканов. Нет. Сейчас не знаю. Это получается ты пьешь. Да шарик, пиздец, уебанцы. Я не знаю. Тут ничего, все симоны просто закрыли. Антон шейк пьет. Ух ты, сука. Ну, не пьяся. Опять я кидаю. Сейчас, да. Опять Денис кидает? Если попадает, то да. Жесткая игра. Ты полностью в зал наливать нужно. Пока не закончится, да? А, фу, блядь. А, фу. Фу, неприятный. Нихера себе, это что я? Нет, я. Опять ты? Я же бросаю здорово. Нифига себе. Денис метки. Снимай, второй стакан пью. Альтана чисто. Чисто. Это хоть вам лоб не выпадет. С Антоном выпьем. Посмотри на Виталина лицо. Ты как думаешь, попадет или нет? Только не забейте эти, что? По-любому ж попадет. Кто? Вот это хрень. Минутка семьи. Ваня сейчас кидает Антон. Да? Антон, ты кидаешь? Да. Антон кидает. А если Антон попадает, пьет Ваня. Давай. А что такое? Я понял правила. Наконец-то. Валик, ну что ты хочешь? Ваня, ты готов? Пей! Иван пьет. В эти страны. А? Не. Мы то пьем, вкусняшку. Можно ж не сразу, да? Да, ну, но за минуту как стараться. Можно быстро пить, очень быстро. Вкусно? Постарайся быстрее. Вообще надо пить залпом на правилах нормальным. Если ты запиваешь, пьешь залпом. Да, залпом пьют. Тут вообще если водка будет. Да, покинь всего. Ну там ты посылка на лиус снимаешь. Типа, что делать? Ванечка пьет. Ванечка проиграл. Что ушел и чакру поменял. Оставил наш. Когда я буду пить?
когда Виталий запьет. Так, а сейчас кто кидает? Сейчас ты опять читаешь. Я жду, пока он допьет. Ваня, давай. Ваня, это долго будет. Я сейчас дополнительно буду пить еще. У вас сладенькое, а у нас это хрень. Давай. Нет, шейк не вкусный. Сладенький. Шейк зато мощнее. Да? Да поставь. Все. Антон кидает. Да, это. Антон. Сделай ведь. О! Ваня! Ванечка! Ваня, Ваня! Что-то за какашку. Пей. Неважно, пей. Пей, неважно, пей. Удачи! Дайте поздоровье. Это игра на это рассчитана. Говорит, наверное, так набухаюсь. Фома, я говорил, я пить не буду. А, не, ладно. Фоме, привет. Ваня, можешь закусить рыбой? Ваня, давай, я хочу пить. Да. А можно, чтобы помогал союзник? Нет. По правилам пьет тот, ну мы так, типа, я не знаю, кто точно правило. По правилам пьет один. Мы играли там, типа. Если двое будут играть. Ваня, давай, что тут пить? Сейчас брык упал. Знаю, Фома зря не поехал. Так бы было бы 6 человек играть 2 на 2 в каждое время. Было бы интересно, поэтому. Прикинь, я вообще еще не пиваю. Он говорит, заболел, не хочу пить, не хочу туда. Короче, давай, ты сможешь. Ты еще не пил. Ты убийца, ты машина. Ты убийца. Подожди, ты только что повернулся, у тебя глаз красный.